Привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, а также записывайтесь на мои экскурсии. Все ссылочки будут в описании к этому ролику. Сегодня у нас 11 апреля. Смотрите, люди решили с утра пораньше искупаться. На улице достаточно тепло, температура воздуха около 15 градусов, температура моря около 10. Как видите, полет нормальный. Товарищ вон его тоже раздевается. На улице облачно. Большая дымка. В целом приятная погода. Видите, люди даже не просят искупаться. Наверное, приехали откуда-то издалека. Занырнул и поплыл. Небольшое волнение. Я нахожусь в Адлере. Здесь вода. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, запишитесь на мои экскурсии и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!